Я захватил в заложники руководство всех стран мира и попрошу выкуп. Миллион долларов. Многие считают, что это мы с вами зомби. Что люди нас смотрят нормально, адекватно, а вот мы зомби, особенно вы. Вы вообще предводитель всех зомби на свете. А зомби так все они именно и считают. Вот он к нам приехал в Екатеринбург и нарисовал сразу герб, букву Е. Челябинск приехал, Че нарисовал. В Симферополь приехал, С. В Сызрань, С. В Саратов, С. В Севастополь тоже С. А в Москве М. Здравствуйте! В эфире интернет и Шеремет. Самый реакционный, самый гетеросексуальный, самый толерантный, самый инновационный обзор важнейших новостей интернета. В студии Иннокентий Шеремет и Кристина Сисина. Иннокентий Викторович и Кристина Николаевна полностью раззомбируют ваши зазомбированные интернетом мозги. Знаете, а многие считают, что это мы с вами зомби. Что люди нас смотрят нормально, адекватно, а вот мы зомби, особенно вы. Вы вообще предводитель всех зомби на свете. А зомби так все они именно и считают. Да? Да, конечно, они всех считают зомбаками. Кроме своих, алкаши точно так же считают. Наркоманы. Мы в зомбоящике работаем, действительно. Вы вообще предводитель. Вы популя таких зомбо-новостей Екатеринбурга. Все, телевидение уже давно не зомбоящик. Вот, вот, настоящая зомбо-коробочка. Так выбросьте коробочку, зачем она вам нужна тогда? Все, погнали. 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 А вдруг ты мне позвонишь? Нет. И расскажешь. Поверьте, какие-то важные новости. Поверьте, я вам не буду звонить только в страшном сне, только когда у меня случится беда. Да я шучу, я вам могу позвонить завтра, хотите? Утром, в 7 утра разбужу вас, чтобы вы поехали за гречкой по акции. Я вам скажу, где она стерва, слушай. Что ты такая дерзкая? Так надо весело. Продюсеры говорят, я даже в самые страшные времена не стоял в очередях за гречкой, за солью, за макаронью. Я вообще идти зачем никогда не стоял. Да, продюсеры говорят, чтобы было весело, гноби. Давай, дави. Все, вот все.